В этот раз мы в Болгарию собрались. Аэропорт 25 июля. Пошли. Прошли эти самые. Роял, все тот же роял. Эстония. Да. Народу, народу побольше вроде бы, да? Как-то 25 числа, ну да. Да нет, но ну, сейчас еще пополетывает народ. Ничего себе, там прям по летному полю ходят. На самолетик идут. Он уже не работает, наверное. Или с другой стороны. А, вот он работает. Сейчас на той стороне будет моя рука. Вот она, ладошка моя. А смотри, здесь магазинчик закрыт. Видел, да, закрыт магазинчик? А нам что, еще там точно торчать надо, что ли? Туда еще торчать через один ворот. Какой трындец. Наша 11. Да? Нам опять документы, что ли, показывать? Да, паспорта мы там показываем. О, Господи. В прошлый раз мы с 9 сюда, вот оттуда, по-моему, полетели. Мы туда дальше даже не шли. Ты уверен, что у нас 11? Уверен. Да? Должен гейт быть написан. Ну, надо тут показывать. Я не вижу, где гейт написан, но вот 11, значит, там в 11 идти. Да? Да, больше здесь ничего нет. Здесь. 11 нет. Но нас все равно отправят оттуда, если... С той очереди. На тебя. Да, карту дай мне маленький. А нужна или карта? Нужна. Я думаю, да. Помоги. Ну,
Галинка освободилась.